данном видео мы покажем опции связи в Subaru Forester 2019 года. Информационно-развлекательная система имеет функции подключения через Wi-Fi, мультимедиа и навигации и совместима с Apple CarPlay и Android Auto. В стандартной комплектации имеется два USB-порта, расположенные перед ручкой переключения передач. Комплектации Elegance, Prestige и Premium получили два дополнительных USB-порта с возможностью зарядки. Их можно найти на задней части центральной консоли для пассажиров заднего ряда сидений. Для подключения смартфона к информационно-развлекательной системе удостоверьтесь, что режим Bluetooth включен на вашем смартфоне. Затем нажмите на кнопку «Телефон» на главном экране, после чего появится всплывающее окно с вопросом «Хотите ли вы подключить устройство?». Нажмите «Да». В настройках Bluetooth своего смартфона выберите Subaru BT и нажмите «Подключить». Для использования Apple CarPlay или Android Auto просто подсоедините ваш смартфон к мультимедийной системе через USB-разъем. Это позволит вам совершать и принимать звонки. Кнопки управления на руле и голосовые команды помогут водителю не отвлекаться от вождения, при этом оставаясь на связи.